На кадрах видно, как женщина доходит до середины дороги, затем начинает резко бежать. В считанные секунды она уже на капоте авто. Спешка или невнимательность, что толкнуло ее на такой рискованный шаг, узнать уже не удастся. Сегодня нам стало известно, что пострадавшая скончалась, так и не приходя в сознание. Более того, ее уже похоронили, но могила до сих пор остается безымянной. Документов при себе у женщины не было. Найти родственников также не удалось. На настоящий момент проводится проверка в рамках материала, зарегистрированного по данному факту. Межмуниципальный отдел МВД России Березняковский обращается ко всем гражданам, жителям нашего города, кто может опознать данную гражданку. Просьба сообщать межмуниципальный отдел либо на телефон 02, либо на телефон 21 17 56. Напомним, на вид женщине от 45 до 50 лет, рост около 165 сантиметров. Погибшая была одета в бежевую ветровку, коричневую рубашку, на ней также были коричневый плетеный ремень и светлые туфли без каблука. Если в этом описании вы узнали свою пропавшую знакомую или даже соседку, обратитесь в полицию. Адрес и телефон сейчас на экране.